If you need help, hang up and then dial your operator. Если сравнивать картины с музыкой и с эстрадой конкретно, это какая была бы певица, исполнитель? Сначала я подумал, что это Агутин. А потом я посмотрел и решил, что это Сплин. Нужно понимать вот этот внутренний мир музыканта, который, я не помню, как его, Васильев, по-моему, зовут, откуда вот это все и берется. Вот это вот и рождает такие странные образы в моем сознании.
Ну что ж, жуйте свой Орбит с заменителем сахара, дорогие друзья, и чаще бывайте на выставках настоящего современного искусства. Совершенно с вами согласен. Я приглашаю во все выставочные залы Санкт-Петербурга, где встречается интересное и замечательное искусство.